Я так люблю чарующий закат, особенно, когда закат на море. Как вдалеке пылающий фрегат, горит он парусами на приколе. И где-то там, на берегу Осой, ждет капитана своего с похода. И где-то вдалеке звучит гармонь, и музыка летит до небосвода. Я так люблю чарующий закат, когда на море волны все искрятся. Они, как звезды, яркие блестят, и по волнам к фрегату будто мчатся. И бьются, пылающий весь борт, вмиг растворяясь в глубине фрегата. Я буду ждать, когда придет он в порт, чтоб насладиться красотой заката. Садись. А, ты снимаешь телевизор. Мы станем тебя ждем. Всем доброе утро. Проснулись в 8 утра, кушаем. И сразу идем с мамой на море. Мама, а ты где? Мама на кухне. Вчера у меня не было видеорепортажа, потому что я плохо себя чувствовала. Целый день лежала. Заболела. Сегодня будем снимать видео. Погода хорошая. Тепло. Да, каждый день погода хорошая. Да, вообще хорошая. Так, чай. Чайку у мамы. Так, конфеты. Че, ну все, давай попьем. За хлебом пошла. Да не надо так просто, попьем без чай. Хлеба. Без хлеба. Ну, с лепешкой. Сыр тогда без хлеба, ну давай. Наверху не хочется лениться. Чай будем пить? Да. Ну давай. Может, спекаю за хлеб? Да не, без хлеба. Без хлеба. Ну давай, сыр бери. Сейчас на море пойдем прогуляемся, да? На море, ну что, только вечером. В магазинчики сходим. Сувенирчики хотели, досочки купить. Ну это надо сходить, уже, наверное, ближе к вечеру, наверное. В той стороне там подешевле они были, да? И без лепешку вот это. Вкусная лепешка, надо только купить. Угу. Это вчера тут жарили. Что вчера делали вам? Ой, шашлыки. А кто делался? Вот, там ковид. Зажгли костер. Да, там все делала. А где дрова там были? Покупали? Ну, купили, значит, они. Уголь. Да, все купили. И вот эти овощи запеченные в этом фольге. Там вообще объедение. И вообще прям молодцы. Давай. Тебя только не хватало. Давай-ка поберем. Еще пришли здесь. Давай, ешь. Так. Ты такой салат, ты такой будешь? Такой ты будешь? Тоже шашлыки ел, что ли? Ела шашлыки. И вкусные. И куриные, и вот это овощи. Он купил. Кабачки, баклажаны, перец, болгар, объедение. Фольги, собственно, в таком. У тебя сыр еще остался, что ли? Может, сыр макаронами? Не испортился? Нету. Бери ложку вот. Я вчера целый день голодный, ничего не ела. Целый день голодный, целый день валялась. На машине в Сочи. Последний день сегодня в Сочи. Там, на морском порту, да, в Сочи. К вечеру, наверное. А во сколько он сказал? Ну, обычно, наверное, 6 часов. Потом же буду показывать 23 часа по телевизору, да, из Сочи. Да. Поэтому-то вот сегодня последний день. Поехать. Подожди. Ты такой будешь есть? Нет. Тогда я подойду. Я прям под пальмочкой сижу. Ну, сегодня у нас 14 число, ага. Да? Не хочется уезжать, надо было очень, да, на 10 дней. Мы остались на 7 дней. Все сняла. Да, снимаем до сих пор. Да, мы покажем своим. Молодежь. Ну, чешется спина, тут, наверное, сзади сгорела. Загорает нам. Ешь салат-то он такой. А какая с утра, уже 25 градусов. Да, давай-ка он салатик ешь. Сказали 30 минут. Траву, все это, лучше укроп и все. Нет, такой... я не хочу, я хочу с конфеткой. Так красиво накрыли, шикарно. Тебя только не хватало. Ну, только вина выпили. Купили, он, что ли, вина? Он сам привез оттуда из Челябинска. Такое вино вкуснее. Ты тоже пила, что ли, вино? А? Ты тоже вино пила, что ли? Да, я тут с этой... Допили бутылку, а он пил это. Вино очень вкусное прям. Ты бутылку выпил пива? О, вина? Вина с ней вдвоем. Ну, алкаши. Мы по глоточку. Вкусное вино. Первый раз в жизни мне там понравилось вино настоящее. Он работает этим, как называется. Ну, он с базы прям взял. Настоящее вино.
Вот сладкая. Не подделка, ничего. Вот здесь на этом же месте сидели. А еще кто-то сидел тут, народ? Мы втроем сидели. Ну вот там. Да хорошо, ночь теплая. Да, ночь теплая. 23 градуса. Спать без хочу. 5 час пришла. Спать Они хочется. Они сейчас там сидели здесь. Наверное, сейчас и спят. Спят они, ага. Что, пойдем, может, кукурузки на улице купим? Да, с этим, давай, когда мы шли-то. Mm. На этом другом месте, с этими, с магнитами. Леша, вот пойму, как кукурузка. Хорошо. Мама, идем на море. Подошли к пансионату СССР. У нас тут при советском еще пансионат остался. Кстати, много народу тут. Отдыхают. Да, отдыхают. С утра погода хорошая. 27, да, сейчас сказали, да? 27. Потом 32 придавали. 33, да? Да. Как хорошо отдыхается, мама, расскажи хоть. Отлично отдыхается. Не хочет даже домой уезжать. Да, нам кажется, 7 дней уже это мало. Надо побольше оставаться. Ну, некогда на работу. Вот, идем, это у нас дорога на море, идем, мы проходим пансионат СССР. Тут уже чуть-чуть осталось до моря, торговые ряды там, да. Сувенирчики. Надо купить сувенирчик. Вот еще что-то купить. Мальчишкам нашим. Высота. Да, вот хорошо идет, отдыхаем. Прям прелесть. И тут такой район красивый, курортный, да, такой? Молодец, что сюда привезла. Довольна мама хоть? Очень даже. В субботу уезжаем уже. С 2 часов или четырех, он сказал, шофер. Даже не хочется уже уезжать. Я говорю, ну что, пойдем купаться, загорать. Да, еще видео там снимем. А вот, кстати, вот это аквапарк рядом находится. Слышишь музыка? Дельфинари, да. Нет, аквапарк. Эльбюс, что ли, или как-то вот. Приглашают все. 900 рублей в сутки. Ну, не сутки, или? Наверное, билет. Ну, сутки, не знаю, сколько там. В мире цветов так тепло и прохладно. Целый букет ароматов и звуков. Каждый цветок, он по-своему нарядный. В форме изысканных праздничных кубков. В мире цветов я желала бы остаться. Стать героиней рассказов и сказок, чтоб красотою каждый день любоваться. Слиться с гармонией света и красок. Первый пляж, народу вообще. Вам даже сидеть негде, да, мама? Да, не так, да. Там вот Да, на первых пляжах от входа очень много народа. Второй проходим. Всем лень идти на следующие пляжи, как и маме. Как видите, возраст такой более пожилой. Всем почти за 40 такие. Куда пойдем? Еще дальше? Где никого нет? Ну, туда далеко не пойдем. Все почему-то сидят на первых пляжах. Подальше там никого нету. Рая, дельфины! А, вон, да, снимаю. Там это близко. Близко, близко. А еще я здесь плаваю. Вот, вот, вот так, видишь? Не запурит, а? На первых пляжах народу с утра вообще ужас. Сидеть негде. Я не видела его. Давай сюда залезем, так чай. Да нет, пошли подальше. Ну а смотри, даже с палатками приходят на пляж. Не так приятно спать, наверное, в палатке, в море. Смотри, сразу видно, что бархатный сезон, сентябрь. В основном такие пенсионеры, пожилые или молодые мамы с маленькими детьми.
то перебито. Ну там дальше пляжи свободные, может туда пойдем? Ой, нет, пока ходим, время идет уже. Так мы много теряли. Поплавать, загорать. Отходить, да? Все равно одно то же. Ой. Уже где 11 часов. Час шли. Я проснулась в 8, надо было сразу тебе не есть. Ну ладно, все, поели, это все. Есть, как надо. На пляже решили сегодня подальше не пойти, с народом полежать, позагорать. С утра уже народу очень много. Вот мама идет. Мам, переоделась сюда? Долго больно переодевалась. Привет передавай всем. Привет, всем привет. Переоделась. Что, плавать пойдешь или по очереди? Иди пока ты, потом что уже сидишь сюда. Вот. Садись сюда. Сейчас. У меня платье твое сейчас есть. Платье. Иди купайся. Как жарко. Ой, этот. Намажься кремом или будешь что, загорать. Намазалась? Да, так чуть-чуть. Да, жарко опять сегодня. С погодой повезло, да? Ой, вообще погода. 30-40. Даже 43 было градуса. Мы с тобой когда-то не взяли воду. Забыли взять воду. Первый раз. Обычно всегда была, да, здесь забыли. Ну, ты сходишь там, где-нибудь купишь. Ну, без воды будем. Ага, без воды не пахнет, на самом деле. Ой, давай, все. Все хорошо, давай, иди купайся. Ты волосы будешь маслом? Намазывала? Да, я же намазывала маслом. Все хорошо. Потом они погодят, сходишь за кукурузой и за водой. Кукурузу надо поесть. Вчера мы с тобой пропустили денек. Иди скупайся пока. Ой, ну давай. Жара несусветная, матушки. Их на посадку отправление буквально через 15-20 минут. У нас уже набирается команда. Стоимость прогулки 500 рублей. Дети до 7 лет катаются совершенно бесплатно. Проходите. Так, ребятки, у нас осталось уже 12 свободных мест. Вкусно. Где солёный-то? Тут у нас поменьше там народу. Ну, все на обед уходят. Все в основном утром приходят, да, загорать? Да. А мы сюда ближе к обеду. Сколько кукурузы стоит на улице продают? 60. А там, где около этого продают, 50, но плюс еще к ним этот магнитик. Много соды положил. Вась покупал на Волге 80 рублей кукурузу. Зарядник взяли такой от солнца заряжать. Так заряжается быстро. Солнце сильное. Мам, что за книжку взяла читать-то? На Чингис Абдулаев. Про драконов, что ли, какой-то? Про предсказание. Аспер. Как будто фантастика какая-то. Ой, я тоже надел что-то. За водой надо сходить, мы воду не взяли, пить хочется. Поплавай.
Укрывайся, укрывайся. Вода теплее стала. Теплее намного. Да. Ну все, как? Впечатление-то? Ну, покаталась на волнах. Пришли с мамой вечером покупаться на пляж, позагорать. Вот солнце уже зашло. Мама у меня катается на волнах, записала, как она катается. Я тебя ждала, чтобы солнце зашло, видишь, а ты не успела подойти. Еще не успела. Уже не успела, а там же не видно видео. Как накопалась, скажи. Ой, как на каталась на волнах. Да, вообще, тебе понравилось? Вообще шикарно. Полно ушу воды. Ой. Я тебя записала, как ты катаешься, падаешь. Волна. Вечером 7 часов, наверное, 6:30, 7, да? Да, наверное. Солнце зашло, а тепло, вода теплая. Ой, ты чего, не пойдешь? Я хотела фотографии сделать. Не получилось фотографии. Ты, долго купалась. Завтра последний день еще. Сюда подойди. Ой, как вот. Лучше. Чего, расскажи, как впечатление покататься на волнах? Отлично на волнах прямо. Ой, испугалась даже. Думала, на берегу утону. Кинокомедия. Сильные волны вечером вообще. Ой, сильная прям эта волна. Ну, вот это а хорошо. А ты как раскатушка не стану. Какая-то. Она только тетенька обратно. Тетенька смеялась тут у берега. Все смеялись на берегу. Первый раз ты не снимала. Я сама это не ожидала. Покаталась прямо. И туда, и сюда меня вот швыряла. Ой, они смеются на берегу. А Любашка, ну, что-то там вот писала там. Ой, господи. Ну, давай, все, собираемся, да? Ну, давай. В Олимпийский парк. Прям такая красота. Приехали в Олимпийский парк. Ой, лучше будем. Поехали.
следующий контент.